Буквально на днях ей исполнилось 60, она мать двоих детей и самая богатая женщина в России, которая всего добилась сама, по версии журнала Forbes. Наша героиня смогла пройти нелегкий путь от помощницы Юрия Лужкова до его законной супруги, став влиятельной бизнесвумен. Однако из-за гонений власти была вынуждена перебраться на постоянное место жительства в Лондон, к дочерям. Как сложилась судьба Елены Батуриной и кем сейчас стали дочери Юрия Лужкова?